Опасная еда. Какой фастфуд лучше не есть никогда? Ответ, казалось бы, прост любой. Но понятно и то, что в силу различных причин мы все равно время от времени будем перекусывать в кафе быстрого питания. И полезным будет узнать, что же все-таки можно там есть, а чего лучше избегать любыми силами. Об этом поведали люди, которые какое-то время сами работали в сетях быстрого питания. Конечно, не последнюю роль играет и менеджмент в сети питания. Некоторые кафе держат марку и не позволяют себе готовить плохо для своих посетителей, однако многие жертвуют качеством ради большей прибыли и облегчения своего труда. Итак, вот список самых опасных продуктов, которые вы можете встретить в фастфуд-заведениях. Первое. Лед и мороженое. Очень сложно и затратно содержать оборудование для приготовления этих блюд в чистоте. Частенько там можно обнаружить следы плесени. Лед делается из грязной воды. Второе. Чикен Макнаггетс из Макдональдс. Я уже давно не работаю в Макдональдсе, но запомнил одну картину. Я случайно оставил мешок с сотней замороженных наггетсов на столе. И они просто растаяли, то есть совсем, превратились в какую-то жижу, слабо напоминающую аппетитные кусочки курицы. Наггетсы – это тысячу раз переработанное куриное мясо, уже и мясом назвать нельзя. Смешано с водой и добавками. Да это как мебель из Икеи. Оставьте ее в воде, и она превратится в древесную кашу. Потому что материал, из которого она сделана, так же далек от настоящего дерева, как и наггетсы от настоящей курицы. Слышал, что такое было до 2003 года. А сейчас все наггетсы из якобы нормального, 100% куриного белого мяса. И они уже не растают, как раньше. Третье. Жареная курица, рыба, мясо. Конечно, люди могут резонно возразить, что если не есть все это, то ничего и не останется. Просто будьте внимательнее, и если купленный гамбургер вызывает подозрение, откажитесь от него. Я работал в Burger King и хочу рассказать кое-что о круговороте масла. Наливаем масло в чан, два дня в этом масле готовится картошка фри, тонны картошки. Потом оно становится слишком темным и его переливают в чан для приготовления курицы. В нем она готовится где-то неделю, масло становится совсем темным. И тогда его переливают в чан для приготовления рыбы. В Макдаке мясо для гамбургера выглядит отвратительно. Только соусы придают ему аппетитность. Наверное, я никого не удивлю, если расскажу, как готовится чили в Венди. В нем используется мясо, которое поджарили слишком сильно, и его нельзя использовать в гамбургерах. Его кладут в холодильник, а когда приходит время готовить, чили извлекают оттуда. Вроде не опасно, но как-то не очень аппетитно. Четвертое. Еда в Subway. Те, кто работал в Subway, зайдя в это заведение, сразу могут понять, что можно сегодня заказать, а что нет. Будьте внимательны, если вы любитель покормить грибницу в своем кишечнике, сокращая свою собственную продолжительность жизни. Если вам покажется, что продукт странного цвета, что он выглядит несвежим, если вам покажется, что сэндвич-мастер небрежен или что в заведении слишком мусорно, лучше сразу уйти и попытаться вразумить себя тем, что это не питание. Это уничтожение себя. Когда я работал сэндвичмастером в Subway, единственный продукт вызывал у меня стойкое отвращение – это салат из морепродуктов, который клали в сэндвич. Он сделан из крабовых палочек, которые, как известно, являются всего лишь имитацией краба и щедро заправлен майонезом. Убийственно, когда покупатели просят еще и дополнительный майонез. Куриные грудки в начале дня достают из холодильника и кладут в воду, где они и пребывают весь день. А остатки вечером нужно отжать и снова убрать в холодильник. Процедура повторяется на следующий день. Через несколько дней куриная грудка размягчается и пахнет отвратительно. Так что, не заказывайте сэндвичи с ней, выберите другой вид курицы, если вы еще не развились до чистого питания. Скажите нет тунцу, салату из морепродуктов и другим смесям, вроде курицы терияки. Все это перемешивается руками без перчаток. В смесях присутствует майонез, а салаты с ним не могут стоять целый день, они портятся. Держитесь подальше от котлет, супов и фрикаделек. Попросите сэндвич-мастера сменить перчатки перед тем, как он будет готовить ваш сэндвич. Скорее всего, вы получите от него лучи ненависти, но зато избавите себя от доброй порции микробов. Меня уволили из Subway за то, что я клал слишком много оливок в сэндвичи. Не стоит часто есть продукцию такого типа.
В ней множество канцерогенов, которые с большим трудом выводятся вашим организмом. Вот пример, из чего изготавливается мясная продукция фастфудов с целью удешевить производство. Известный британский кулинар, шеф-повар Джейми Оливер в своем шоу «Пищевая революция» рассказал, из чего делается фарш для гамбургеров в американской сети «Макдональдс». Он показал телезрителям, что на самом деле при производстве начинки для гамбургеров используются отходы мясного производства, предварительно отмытые в специальном растворе для обеззараживания и придания съедобного розового цвета. Для начала кулинар устроил детям и их родителям презентацию живой коровы. Судя по реакции зрителей, многие видели это животное впервые в жизни. По словам Джейми Оливера, большинство американцев даже не представляют, откуда берется пища, поскольку ее продают уже упакованной в виде полуфабрикатов. Вот кулинар и хотел побудить родителей задуматься об этом, в том числе и ради их детей. «Зачем я привел живую корову?» Когда люди понимают, откуда берется мясо, они становятся придирчивее, считает Джейми Оливер. Затем повар показал, что после разделки мяса остаются обрезки, сухожилия, кусочки жира и прочий неликвид. Их отправляют на завод по производству корма для животных. Но в США изобрели технологию, позволяющую из обрезков делать фарш. Причем департамент сельского хозяйства разрешает использовать такой фарш для приготовления школьных обедов. Для наглядности Джейми Оливер поместил обрезки в стиральную машину и прокрутил, пояснив, что на производстве тот же процесс происходит в центрифуге, чтобы отделить жир от необрезанных кусочков мяса. Получившуюся массу кулинар залил водным раствором аммиака. Так производители избавляют мясо от сальмонеллы, кишечной палочки и других патогенов. То есть дешевый продукт, предназначенный для собак, обрабатывается так, чтобы можно было кормить этим людей. По словам Джейми Оливера, в любом блюде с фаршем и паштетом позволено использовать до 15% полученного подобным образом наполнителя. Потенциальный собачий корм превращается в пищу для ваших детей. Кроме того, департамент сельского хозяйства, который призван вас защищать, официально позволяет не указывать аммиак в составе конечного продукта. Производители утверждают, что аммиак используется лишь в процессе приготовления, мол, это не ингредиент. Но такой накопитель в 70% продуктов из говяжьего фарша, то есть он как бы везде. Я ничего не имею против бургеров, я их обожаю. Вопрос в том, из чего они приготовлены, откуда мясо. Сторонники этого продукта скажут вам, мол, он безопасен и рационален, но мне кажется, что этой технологии не хватает уважения к людям, к пище, к детям. Я хочу знать, что именно ем. Хочу видеть на упаковке сведения о том, что продукт содержит такой наполнитель, сказал Джейми Оливер. Комментируя свою программу, Оливер подчеркнул, что подобная технология не используется ни в Великобритании, ни в европейских странах. Речь идет только о США, где использование гидроксида аммония, известного как пищевая добавка Е527, является частью производственной процедуры, одобренной Департаментом сельского хозяйства. Но даже если предположить, что для приготовления гамбургеров «Макдональдс» в Украине не используется гидроксид аммония, пищевая добавка Е527, о которой рассказал американский шеф-повар и телеведущий, то ни для кого не секрет, что одним из самых опасных компонентов, которые добавляются в чизбургеры, гамбургеры и картофель фри, остается усилитель вкуса глутамат натрия. Именно он вызывает заболевания желудочно-кишечного тракта, болезни печени, сердечно-сосудистые патологии, ухудшение зрения и даже онкологические заболевания. Далее в цепочке вредных для организма веществ-патогенов следуют трансжиры. В ресторанах сети «Макдональдс» их используют для приготовления картофеля фри, той самой хрустящей, полюбившимся многим жареной картошки. Ее пичкают синтетикой, которая провоцирует артериальную гипертензию, повышенный уровень холестерина, жировую болезнь печени, хронический панкреатит и холецистит. Помимо глутамата натрия и трансжиров, продукты быстрого питания содержат генетически модифицированные организмы. ГМО хранятся дольше и стоят дешевле. Но продавая нам продукцию с их содержанием, нам не сообщают о том, что генно-модифицированные продукты вызывают мутацию человеческих генов, которая приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, атеросклерозу, сердечно-сосудистым заболеваниям. В конце концов, ГМО поражают половую систему и даже вызывают бесплодие. Американские рестораны быстрого питания «Макдональдс» в Украине посещает в основном молодежь. Наивно полагая, что таким образом приобщаются к современной культуре питания, наши парни и девушки даже не догадываются о том, что на родине фастфуда в США от него отказываются их кумиры, звезды шоу-бизнеса, считая такое питание мертвой пищей. Как утверждают специалисты, чизбургеры, гамбургеры и картофель фри уже давно не содержат натуральных пищевых волокон, энзимов и макроэлементов, которые формируют защитную микрофлору организма. Информацию, собранную о «Макдональдс», мы однажды уже пытались проверить
проверить, обратившись в один из ресторанов в Одессе. Нам не только не ответили, но еще и попытались запретить видеосъемку, требуя на нее специальное разрешение администрации «Макдональдс». Здравствуйте, а вы представляете охрану «Макдональдс», да? Я говорю, прошу прощения, вам разрешили администрацию видеосъемку? А я должен спрашивать разрешение на съемку в публичных местах? Это не публичное место. Вам дать почитать законы Украины? «Макдональдс». Это территория города Одессы, громады города Одессы. Естественно. А «Макдональдс» арендует эту территорию. Вас ознакомит с законами Украины о том, что я имею право на съемку? Вы запрещаете мне снимать, собирать информацию? Я спрашиваю, вы разрешение у администрации. Вы утверждаете, что я должен спрашивать разрешение у администрации «Макдональдс» на съемку этого помещения снаружи? Снаружи, пожалуйста, но на территории обратитесь, пожалуйста, к администрации. Может, вызовем полицию и разберемся в этом вопросе? Пожалуйста, это ваше. Вызывайте полицию. Вы запрещаете мне съемку? Я не запрещаю, я спрашиваю. Нет, у меня нет разрешения администрации. Я не обязан его спрашивать. Значит, я должен администрации. Хорошо, докладывайте, мы ждем. Так почему в Одессе журналистов не только не пустили в сам «Макдональдс» на привокзальной площади, да еще и попытались выгнать со двора? Или администрации есть что скрывать? 250 миллионов человек страдают от ожирения. По статистике Всемирной организации здравоохранения, к 2025 году их должно стать вдвое больше. Ведь «Макдональдс» создает все условия для того, чтобы человек переедал. Тут же глутамат натрия, усиливая вкус гамбургеров, чизбургеров, картофеля фри и прочих продуктов, заставляет покупателей фастфуда съедать его больше, чем необходимо. К тому же такие добавки вызывают привыкание, мотивируя людей возвращаться в точки быстрого питания, как только проголодаются. Люди настолько привыкают к искусственной еде, что перестают воспринимать пищу, приготовленную без усилителей вкуса. Избыточный вес в таком случае – только вопрос времени. Вред фастфуда заключается в лишних калориях, поступающих из простых углеводов и жиров. Еда в «Макдональдс» во много раз калорийнее домашней еды. Стандартный обед из булочки с котлетой, жареной картошки, молочного коктейля или сладкой газировки обеспечивает большую половину от суточной потребности в калориях. Каждый из блюд по отдельности к ожирению не приведет, но обычно люди берут себе целый комплекс, превышая дневную норму для организма. Вы никогда не задумывались, почему даже зимой в «Макдональдс» в напитки кладут кубики льда? При этом на горячий чай и кофе там устанавливается высокая цена, и они не включаются в комплексные обеды. Зато ледяная кола стоит дешево. Оказывается, запивая сэндвичи, гамбургеры, хот-доги ледяными напитками, человек никогда не сможет наесться, а значит, будет покупать и есть больше. И в булочки, и в картофель фри в «Макдональдсе» добавлен сахар для лучшего вкуса и внешнего вида. Поэтому булочки выглядят такими поджаренными, а вкус картофеля не зависит от сезона. Мясо, овощи, салатные смеси – все настоящее. Но единственное, что вызывает опасность – это соусы, состав которых не знает большинство сотрудников. После обилия такой информации о пище из «Макдональдс», не кажется ли вам странным, что большинство предупреждений о вреде продуктов «Макдональдс» поступает с родины этой торговой сети, Соединенных Штатов Америки, и тревогу бьют в основном профессиональные кулинары и медики этой страны? Наверное, гораздо безопаснее будет обратиться к нашей пище, которая готовится в родной стране по традициям наших предков. Если вы изучаете спецэффекты, мошн-графику и видеомонтаж, то вам нужно подписаться на канал Чипус. Позитивная и простая подача информации для изучения этого крутого направления. Наконец-то у нас появился сайт wakeupdruzha.ru. На нашем сайте вы сможете посмотреть серии, которые недоступны на YouTube. Регистрация не требуется. Также мы есть на новой платформе без цензуры Бастион. Чтобы смотреть видео на Бастионе, нужна регистрация на этой платформе. Все ссылки в описании, дружи. Желательно ставить звездочки на наших видео на этой платформе, а также писать комментарии. То, что нельзя говорить на YouTube, можно на Бастионе. Вступайте в группу ВКонтакте, Телеграм-чат, канал на ТикТоке. Над фильмом работали Сергей Ариев, Альберт Штейн, Николай Дорофеев. Если есть желание, поддержите канал. Вот реквизиты. Увидимся, дружи.